Так выглядит результат ночного ДТП на Речной. После столкновения с автомобилем опору освещения вместе с дорожными знаками буквально вырвало с корнем. Ремонту конструкция не подлежит. Столбу, расположенному чуть выше по улице, можно сказать, повезло. Он опрокинулся вслед за соседом, но пострадал куда меньше. Восстановление на плечах красногорского филиала «Мособлэнерго». Компания обслуживает линии уличного освещения в округе по договору с администрацией. Сотрудники предприятия уже работают на месте происшествия. Сбитую опору им предстоит полностью демонтировать и заменить на новую. Второй столб, по оценкам специалистов, в замене не нуждается. Его просто установят на прежнем месте.